Для своей семьи он навсегда останется героем и патриотом России. Самарец Илья Краснов был участником специальной военной операции на Украине. Младший сержант, командир БМП 2-го мотострелкового батальона, получил множественные осколочные ранения при штурме Авдеевки. В последний день марта он скончался в госпитале. Младший сержант Краснов Илья Витальевич был отважным и мужественным человеком. Настоящим русским солдатом. Он был хорошим товарищем, добрым, отзывчивым, пользовался авторитетом, умным был. Жалко. К сожалению, умирают самые лучшие, потому что не прячутся за спиной других людей. Вместе со служивцами Илья в числе первых отправился выполнять воинский долг на территорию ДНР. За отвагу, проявленную в ходе боевых действий, указом президента, младший сержант Краснов посмертно представлен к ордену мужества. 7 июля ему исполнилось бы 22 года. В Самаре у него остались родители и 9-летний брат Владислав. Проститься с героем пришли родственники, друзья, представители районной и городской властей. Военнослужащего похоронили на кладбище Центральное в поселке Рубежное.